Криминальные новости. Полицейские задержали группу граждан из ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении серии краж. Женщины действовали по отработанной схеме. Приходили в квартиры к пенсионерам, представлялись сотрудниками газовой службы и настаивали на проверке плит или счетчиков. Ни один из потерпевших не попросил незваных гостей предъявить хоть какие-то документы. Настолько убедительно они себя вели. Первые не сказали, что мы пришли газ проверять. Вот у вас же плитка плохая, я говорю, да плохая, девочки. А иные мы пришли к доброй бабушке, к верующей. В то время, как одна из женщин отвлекала внимание хозяев квартиры на кухне, другая быстро осматривала шкафы и тумбочки, в которых могли храниться деньги. Самым крупным кушем мошенниц стали 163 тысячи рублей, похищенные у жителя Сеймского округа. Всего же подозреваемые за 6 известных эпизодов забрали из домов доверчивых пенсионеров более 500 000 рублей. Полиция просит жителей Курской области, также пострадавших от действий подозреваемых, заявить об этом. В этом случае граждане могут рассчитывать на возмещение нанесенного ущерба. Слова людей, которые без приглашения приходят в дом, нужно тщательно проверять. В случае малейших сомнений необходимо обращаться в полицию. Сейчас лжесотрудницы газовой службы находятся под арестом. При задержании были изъяты не только похищенные у курян деньги, более 140 тысяч рублей, но и аксессуары, при помощи которых подозреваемые изменяли свою внешность. Большинство жертв описывает незваных гостей как женщин со светлыми волосами. По версии следствия, они использовали парики, платки и перчатки, чтобы вводить потерпевших в заблуждение.